На сегодняшний день остро поднят вопрос о выживании регионального телевидения. Как выжить в эпоху карающего меча мультиплекса? Об этом побеседовали студенты и специалисты медиасферы в рамках научно-практической дискуссии в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Сейчас региональное телевидение уходит от аналогового, и в деревнях принимать сигнал не смогут, но решение есть всегда. И об одном из них озвучил почетный гость Ильшат Аминов, генеральный директор телерадиокомпании «Татарстан. Новый век». Готовится программа по продвижению сигналов республики до каждой деревни по кабелю. То есть даже в отдаленной точке республики смогут смотреть телевидение, как и в городских домах. Мы понимаем, что нужно будет кабелем доходить до каждой деревни. Мы понимаем, что мы в другом пространстве начинаем работать. Это другой контент и так далее, и так далее. Эта программа есть. Три кольца уже построены. Осталось последнюю милю построить. Но и на этом Татарстан не собирается останавливаться. Наряду с этим новшеством Ильшат Аминов рассказал о принятии решения создания регионального телеизмерения. Как называется? Сейчас мы будем готовить абсолютно независимые, под маркой Татмедиа, естественно, региональная система телеизмерений, которая будет подразумевать минимум 1000, а лучше всего 2000 респондентов, которые будут участвовать в региональной системе телеизмерений. То есть они будут замеряться их телесмотрение во всех средах, которые только есть кабель, эфирный и так далее, и так далее. То есть на каждом телевизоре, опять же. Отвечая на главный вопрос, умрет ли региональное телевидение, слушатели получили ответ «нет». Ведь главное – производить такой контент, который востребован. Елизавета Евтефеева, Универньюз.